Боже мой! Только этого мне не хватало. Что вас так расстроило? Господин Забелин возвращается в Петербург вместе с дочерью. Ну и что в этом плохого? Но почему он написал именно мне? Наверняка рассчитывает выдать за тебя свою дочь. Ну, каков наглец! Но если его дочь хороша собой и воспитана, я с удовольствием с ней познакомлюсь. Нет! Забелин – это не та семья, с какой я хотела бы породниться. И потом, друг мой, ты ведь и сам пока не думаешь о женитьбе. Ошибаетесь. Уже думаю. Господь услышал мои молитвы? Неужели ты влюбился? Нет, но собираюсь жениться. И надеюсь, что вы мне в этом поможете. Да, разумеется, дорогой, конечно, но... Через неделю я устраиваю бал. Там будет много достойных барышень. Неделю? Слишком долго ждать. Хорошо. Если ты так хочешь, я могу устроить смотрины уже завтра. Прекрасно. Буду вам очень признательна. И все-таки, мне очень странно. Я думала, что тебя интересует только карьера. Да, конечно. Именно поэтому я и собираюсь жениться.